Вы на канале Мистер Лена. Сегодня мы будем играть в слайм. Я бы хотела бы поиграть сегодня в слайм. Это там, где, посмотрите, тут есть такие разные слаймы. Эту игру очень долго искала, потому что я не знала, что скачать. Я нашла типа 5 ночей с Фредди, 5 ночей с Пони. Короче, я что-то такое искала, но оказалось, что 5 ночей с Фредди это не бесплатно. Но я нашла это про слайм. И сегодня я сниму видео, как я буду с этим слаймом, типа, играться, ну, всякое такое делать. Ну, как в и реальной жизни, но только... Запомните, это игра. Так, что это тут? Колесо крутим. Что это такое, я не знаю. Такого раньше не было. Ух ты, мне выпало несколько монеток. Так, ребята, сейчас-ка мы выберем какой-то крутой слайм. Хорошо? Я выбираю такую, как игру со слаймом. И это вот это. Типа я тут могу рисовать, но чтобы слайм вытек в эту тут баночку, да? Мне тут нужно что-то такое нарисовать, чтобы он стек в эту банку весь, понимаете? Еще раз. Так. Ага, у меня появилась превосходная идея. Ой, блин, я не знала, нужно еще раз. Ой, мне кажется, это видео я сегодня буду снимать очень долго. Давай. Блин, ребят, у меня там сложные остались. Не-не-не-не-не. Давайте-ка лучше будем играть в слаймы, где там можно делать всякие игры. Я выберу этот. Так. Ну что ж. О, у меня... Я хотела только сказать, что у меня все получилось. Практически. Как видите, нет. Да. Ладно, попробуем еще раз. Что это? Я не хочу смотреть рекламу. Я не хочу смотреть рекламу. Тогда воспользуем ее своей волшебной силой. Я не хочу смотреть рекламу. Ребята, это, оказывается, сработало. Ладно, продолжим. Да. Потому что секрет мой, что никак. Вот так я и иногда выиграю. А что это? Что это было? Не знаю. Только бы не попасть. Ладно. Давайте-ка поиграем в какую-то другую игру.